что ты не хочешь прибавить шум. Не ворчи, сестренка, в такой вечер грех ворчать. Уже без четверти. Сереженька, я тебя умоляю, пойдем скорее. Начальник все петь не может, когда опаздывает. А ты по-прежнему боишься? Конечно, боюсь. Но ведь со вчерашнего дня ты уже не знаешь. Это ничего не значит. Я ее буду бояться через 10 лет, через 20 лет, и даже после смерти. Сергей Дмитриевич. Вы совсем взрослый. Такая же, как я, упрямая. Может быть. Я знаю, вы едете в деревню учитесь стать. Вы это тоже знаете? Я осуждаю. Что? Ваши намерения благородны. Thank you.
хорошо петь. А Машенька бронила, что я плохо пею. Что вы удивительно пели. Смотрите, ночь-то какая. Люблю тебя, Петра Творец. Люблю твой строгий, стройный вид. Не вы державное течение, береговой ее гранит. И как вы решаетесь от такой благодати в Сибири? А разве там так плохо? Нет, отчего же? Ведь туда ссылают нашего брата за тяжкие преступления, а вы добровольно. Значит, вы сильные. Ой, что вы. Там очень нужны учителя. И никто туда не хочет. А я мечтаю. Я буду учить детей. Вы знаете, мне кажется, что если человеку долго внушать хорошее и делать это от чистого сердца, то любой, даже самый плохой человек переменится. Только надо непременно от чистого сердца. Не смей. Я не смеюсь. Ваша убежденность мне по душе. Дай Бог, чтобы сибирские злые ветры не вырвали ее с корнем, не согнули, не заморозили. А как же вы? Лишение для меня играет роль мамы. И потом сознание, что ты не один. Что ты делаешь это для людей. Как хорошо, что мы с вами теперь чувство, будто с каждой улицей узнаю вас все больше и больше. Край там богатый, богатейший край. Пройдет несколько десятков лет, и на месте затерянных жалких деревушек вырастут большие города с широкими улицами, по которым будут сновать экипажи или какие-нибудь удивительные машины. И может статься, едете вы в деревню, а годам к 40 окажетесь городской жительницей. Только будете окать по-сибирски. Пойдем, поскорей, поторапливайся. О чем вы думаете? Мечтаю.
Что, если нашла бы такая вот милая девушка? И она бы так полюбила меня, что согласилась бы ждать долгие годы. И где бы я ни был, я бы верил. Нет, я бы твердо знал, что она любит меня и ждет всегда. Всегда. Машенька. Сегодня ночью Сережу арестовали. Так очень, значит, надеюсь. Ну что, дело хорошее. Да только вряд ли. Что вряд ли? А то вряд ли, что людям дело делать надо. Мы нажили. Нам работники нужны. Но я не согласен. Твоего согласия никто не спросит. О, ну. Помирает. Такими руками не букв выписывают. Хотя, конечно, какой дурак может и пошла с нового азарного школы. Но только вряд ли. Золото навернее. О! Поделай! О! Вот тут, значит, и жить будешь.
Но. Но и учитель. Махонькая. А что с нее и взять-то? Город? Он и есть город. И без валенок. А у них, милая, в городе сроду так. Понятно? Понял. Здравствуйте. Здравствуйте. Однако, надеешься? Надеюсь. Ну, надейся, надейся. Топить, что ли? Топить. А может, не топить? Егор Петрович, каждое утро ты будешь топить в классе печь. Я отменю свое распоряжение только в трех случаях. Когда не будет дров, когда настанет весна, или когда, не дай бог, сгорит школа. Это что же у вас за диковинка такая? Это, Егор Петрович, глобус. Изображение планеты нашей. Земли. Ты знаешь, что Земля наша вертится? И куда же она вертится? Что? Вон он с женой разговаривает. Почему никто не заступится? Убьет. У него сила. Он лошадь. Застрянет в воздух. Сейчас распрягет, а сам углобли. Сила! Куда? Куда? Слышь, говорю, найду силу. Обещись, завоюк, найду. Стой! Стой, говорю! А? Это учитель. Кто? Такая. Я учительница. И этого безобразия не позволю. Слышите? Я. Уберите его. Уберите его. Ой, Господи. Как мне трудно. Но я должна с ними дружить. Ведь мы же договорились. Господи, сделай так, чтобы ему сейчас было хорошо. И чтобы он думал обо мне. Вот еще нос у меня уточкой. Ростом я маленькая. Состарится бы.
мамочка. Ой, миленько, боюсь. Здравствуйте, Варвара Васильевна. Здравствуйте, Егор Петрович. Надеюсь. Ну, надеюсь. Нашего брата за тяжкие преступления. Там и добровольно. Значит, вы сильны? Ваша убежденность мне по душе. Дай Бог, чтобы сибирские злые ветры не вырвали ее скот, не согнули, не заморозили. Начнем урок. Да, начнем урок. Прежде всего, дети, познакомимся. Меня зовут Варвара Васильевна. Повторите мое имя. Варвара Васильевна. Правильно, дети. Проходите. Садитесь. Теперь скажите мне, как вас зовут. Но прежде чем ответить, каждый из вас должен встать. Разговаривать со старшими нужно стоя. Поняли? Поняли. Поняли. Ответь мне ты. Как зовут тебя? Чей ты сын? Я проф. Ворнов. Горщика сын. Понятно? Ага. Как здоровье отца? А чё ему? На мокруши камень ищет. Садись. А тебя как зовут? Цыганков. Ефим. Пригладь вихры. Садись, Ефим. А ты чей? Иван Зерно. Садись. А ты чья? Острогова Дуня. Садись. Прежде всего, дети, я поздравляю вас с началом занятий. С сегодняшнего дня вы не просто мальчишки и девчонки. Вы ученики. Вы научитесь читать, писать, считать. Вы будете грамотны. Я расскажу вам, почему день сменяет ночь, кто живет за морями, почему дует ветер, куда текут реки. Я научу вас мечтать. Thank you.
Варвара Васильевна. Здравствуй, Борис Петрович. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Садитесь. Воронов, проф. Здесь. Проф. Доске. Отвечай, урок. Стихотворение Николай Алексеевича Некрасова, школьник. Ну, пошел же, ради бога! Проф, проф. Ну, пошел же, ради бога, небо, нежник и песок, невеселая дорога, эй, садись ко мне, дружок. Дети, это называется глобус. Он изображает нашу планету, Землю. Когда вы будете, вы тоже будете учиться в школе. Понятно? Понятно! Здравствуйте, Варвара Васильевна. Здравствуйте, Софья Ивановна. Варвара Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте, Петровна. Варвара Васильевна. Здравствуйте. Как сынок мой? Проф очень способный мальчик. Его в гимназию надо отдать. Гимназию? Нам работник нужен. Мы на жизнь. До свидания. Зашла бы шанишек покушать. Спасибо, зайду. Заходи. Ты, гимназия. Здравствуйте, дети. Здравствуйте, Варвара Васильевна. А где Дуня? Варвара Васильевна, у Дуни Остроговой нынче ночью изба обвалилась. Теленка придушила. И Мишка. Идем, идем с ним скорее. Учительша. Варвара Васильевна, уж не убежайте. Заходите ко мне. Прямо ко мне. Спасибо, я только сначала к Остроговым зайду. Жить нельзя. Так знамо нельзя. Обвалится скоро. Знамо провалится. И вас всех придавит. Знамо придавит. Нужно новую строить. Да где ж нам? Безлошадные ведьмы. Вам помогут. Вам должны помочь. Кто? Я попытаюсь. Я говорю, что моя жила аметистовая, и я с ней не сойду. А я тебя куплю. О, я не продаю. А я куплю. А я не продаю. Я равно куплю. А я не продаю. Милости прошу. Думал, не придет. А не придет, покаяться. Потому я, старатель Пухов, человек простой. Я за образование, но не потерплю. Милости прошу. А я молода, молодёшенька, песнива была.
Петровича жить. А я не буду. Не буду. Я думал, вы не придете. Обидите. Да что вы? А что, мы, видите, у нас строго вот туда. Там несчастье. Грех, великий грех, престольный наш праздник, несчастьем душу обращается. Никаких несчастьев нынче. Веселись, душа. Выпей со мной, Варвара Васильевна. Спасибо, я не пью. Никакого полного права. Пей. Я не пью. Варвара Васильевна, я образованию поклоняюсь. Ты не глядишь, что у меня борода сурота. Зато золото есть. Денег полный карман. Вот они, мои мармулетки. Скромные, заработанные. А что жгу на твоих глазах? А? Спички. Сейчас начнется. Ах ты, Катенька, распугатенька, рублазила, брови мазала, на улицу выскочила, чем нужно выйти. Ах ты, Катенька, ты думаешь, ты один был, а все остальные верили? На, вирус треклятый. Коля, давай. На. Ходил, Булат. На, бери, покаянно сила. А я еще. Очень богатые и щедрые люди. Не думайте, что я хочу равняться с вами. Вот мое жалование 15 рублей. Вы бы меня, конечно, осмеяли, если бы я вдруг потребовала спички и сожгла бы эти мои последние рубли. Мне очень далеко до вас. Все же я не могу оставить. Я решила их потратить. Отдаю их на постройку дома Остроговой. Вот это по-нашему. Стакан. Стакан! Ну что за учитель-то, скажи на милость? Наша, по-нашему, для такой нежалкой Катеньки, люди жертвуют 20 рублей. 25, 30, 50, 40, 45, 60, 55, 60, эх, славя, что даю, кто больше? Дуни Остроговой. Новый дом. Написано правильно. Садись, Проб. Дети, когда мы кончим курс обучения в нашей школе, я поведу Боба на экзамен в гимназию. Он обязательно выдержит экзамен, потому что он самый лучший наш ученик. Главное, не робей. Ты все хорошо знаешь. А я буду за дверьми.
если выдержишь экзамен, поступишь в гимназию. Ты не устал? Нет, я хочу скорее. Экзаменующихся прошу в зал. Ты все хорошо знаешь. Ты очень хорошо все знаешь. Я здесь. Иди. Произошло? Тебя выгнали? Нет, я первый решил задачу. Воронов Проф, сын крестьянина деревни Шатры, Аромыкского уезда. Экзаменуется впервые. Ученик. Проф Воронов. Какие у вас нет? О, способный. У него по всем предметам одинаковые отметки. 5, 5, 5. Но гимназия это не для него. Он не будет к числу учеников. Почему? А кто будет за него платить? Я полагала, поскольку у него редкие способности, он мог бы на казенный счет. Ну, предположим, что даже вам удастся этого добиться. Но я лично не могу допустить, чтобы в уверенном мне учебном заведении дети нищих и миллионеров сидели на одной скамье, играли в одни игры, беседовали, они, словом, общались ежедневно. Я противник либерального подхода к этому вопросу. Ну, позвольте. Очень сожалею, но мои убеждения на страже государства. Чистыми глазами. Thank you.
Варвара Васильевна, я ответил на все вопросы. Я ничего не забыл. Когда читал стихи, они меня хвалили. Я решил задачу раньше всех. Почему? Почему они меня не приняли? Я не пойду домой. Я хочу туда. Я хочу учиться. Понятно? Не надо. Не плачь. Ты будешь учиться. Придет такое время. Слышишь, Рома? Мы на даче. Пойдем. Начнем урок. С сегодняшнего дня, дети, вы не просто мальчики и девочки, вы ученики. Вы научитесь читать, писать, считать. Вы будете грамотными, а потому сильными. Вас не смогут обмануть злые люди, потому что вы будете многое знать. Очень прошу, звони. Очень прошу, звони, пожалуйста. Не могу. Время не вышло. Время давно уже вышло. Не вышло. Вышло. Не вышло. Умоляю тебя, звони, пожалуйста. Я не могу, чудак ты человек, у Варвары Васильевны. Характер. Ну, хочешь, я перед тобой на колени встану. Что ты? Что я, Божья Матерь? Время выйдет, позвоню. Значит, мил человек, отказываешься? Звонить? Отказываюсь. Я отбыл срок ссылки, дорогая моя. Когда я увидела эти девочки, они тогда совсем маленькими были. Я подумала, это мои сестры. Я вижу, вы тут совсем обжились. И друзья у вас тут, и сестры. Прошло ведь целых 3 года. Вы думали обо мне? Конечно. Ждали? Да. Спасибо. Спасибо, любимая. И как я мог без вас 3 года? И под тюрьмой, по ссылкам. Впрочем, у меня была большая радость. Я узнал Ленина. Кто это? О, это великий революционер. Это могучий ум и огромное сердце Ларина. С ним яснее цель и решительнее борьба, вы понимаете? Вдохновение. Я вас непременно с ним познакомлю, и вы будете его солдатом. А он? Что он? Как он отнесется ко мне? Конечно, он вас полюбит. Тем более учительница в глушь уехала. Что с вами, Варенька?
Вы никуда не уйдете. Мы обвенчаем. Варенька, мне всегда грозит опасность. Сергей, где бы вы ни были, что бы с вами ни случилось, я всегда с вами. Спасибо, родная. Мои подружки наградят меня и песни нам будут петь. Сейчас пожар, я бы ее из огня выхватил и спас бы. Я вижу, вы тут за 3 года покорили всех, Варенька. Ну что вы, просто я учу их детей грамоте. Ну, и что можно делаю? Ты не тоже для меня стараются. Видите, пир нам устроили. Ну, сначала, конечно, не просто было. Чужая я им была. А теперь даже охоть стали. Помните, я вам предсказывал? Однако пойдем поскорее, поторапливайся. Неправда, неправда, я так не могу. Воканьте. Нет, это нехорошо. А ну, Павел Трофимович, ударь. А вы помните, как мы с вами танцевали? Еще бы. Я, Варенька, все до мельчайших подробностей помню. И как мы кружились. И как стояли у колонны рука в руке. Колька! Откройте!
Что вам угодно? Мартынов? Да. Сергей Немедович? У меня кончился срок ссылки. Ничего не знаю. Приказано арестовать. Собирайтесь. Ты не трус. Вот за что тебя глубоко я люблю, родная Русь. Не бездарна та природа, не погиб еще тот край, что выводит из народа столько славных, то и знай. Почему опоздал? Не было целки. Иди, садись. Что случилось? Ты же знаешь, что еще нет перемены. Нет, есть перемена. Всем перемену сделали. Царя скинули. О! Перемена! Thank you.
чернопартийный съезд. Мы приведем его тайно от временного правительства. Ленин в подполье. Но он будет руководить съездом. Начинается пора великих битв. Вся страна поднимается, Варенька. Ну, теперь расскажи ты, что думают, что говорят вот у вас ветряне? Да разное. Буков, например, в бешенстве. Воронов радуется. Острогова доволен. Ты должна рассказать крестьянам, что такое советы. Кто такой Ленин? За что он борется? Извини меня, Сережка, я все знаю. Ведь тогда дети крестьян смогут учиться в средних и высших учебных заведениях. Конечно, Варенька, конечно. Значит, проф. Воронов будет учиться. Обязательно, Варенька, обязательно. Все пути для него будут открыты. Выбирай любой. Мы еще удивим мир, Варенька. Дети стали. А для меня вы все те же дети, которых я грамоте учила, уму наставляла. Вместе с вами мечтала. Будет время. Время это пришло. Широкие пути открылись теперь для вас. Выбирай любой. А вы знаете, что недавно в Москве сказал товарищ Ленин? Товарищ Ленин сказал, главное сейчас для вас учиться, учиться и учиться. Двери всех училищ открыты сейчас для вас. Иди, учись, проф. Помнишь, как 8 лет тому назад ты плакал, когда тебя не приняли в гимназию? Теперь тебя примут туда, как самого дорогого гостя. И ничего, что ты беден, теперь это не позор. И ничего, что тебе уже 18 лет. Я всегда помогу тебе. Не гневайся на меня, Дуня. Если он любит тебя, он вернется, и вы поженитесь. Вот я ждала жениха 3 года. И все помнят, как он пришел, как мы венчались и гуляли в этой самой избе. И теперь я снова жду и знаю, будет день, он придет. Ну, проф. Thank you.
Такое большое, какое прекрасное село. Эй, тетка! Далеко здесь село Шатры? А вот это и есть село Шатры. А вы, случайно, не знаете, не живете учить Мартынова? Знаю. А зачем она тебе? Да вот я мужа ее, комиссара везу. Я его в бою под Мужнинкой ранил. Так он велел к жене в Шатры везти. Стой! Сергей. Я, родной мой, я. Варенька, вот и доехал. Дорогой мой, Сережа. Хорошо. Родной мой, Сережа. Снимите меня на землю. Главное, что вы нагнали меня. Я все жду, жду. У нас тут на той неделе кто-то слух пустил, будто тебя видели. Но я просто поверить боялась. И вдруг эта телега. Варенька, ты со мной. Значит, все, как я хотел. Я оглядываюсь на свою жизнь и не краснею перед своей совестью. Я не жалел сил для счастья людей. Я был коммунистом, Варенька. Верность нашему делу завещает тебе. Ты жить должен, мой дорогой. Мой золотой, мой единственный. Так люблю тебя, так люблю тебя. А нас все разлучали, все разлучали. Теперь ты вернулся ко мне навсегда. Всю жизнь я любил тебя, жена моя милая. Эту любовь я оставляю с тобой. Я не пущу тебя, не пущу, не отдам. Копытов Федор. Здесь. Вернов Николай. Здесь. Вернова Феня. Здесь. Цыганкова Маша. Здесь. Воронова Варя. Здесь. Буков Никита. Тут. Никита, почему ты неделю не был в школе? Разве ты не слышишь, что я тебя спрашиваю? Слышу. Почему ты мне не отвечаешь? Ты не хочешь сказать мне неправду? Тебя не пускал отец? Садись. Садись. Начнем урок. Откройте тетради. И слушайте меня внимательно. Сегодня мы разберем предложение на пройденные правила. Пишите. В нашем селе начало
предложение. В нашем селе началась коллективизация. Определите, подлежащее этому предложению, сказуемое. Есть ли в этом предложении обстоятельства места, времени и образа действия? Нынче ночью вас хотят. Зарезать, а школу сжечь. Школу сжечь. Не ждали? Не ждали. Мне сон приснился страшный. Будто вы собирались ко мне резать меня, а школу сжечь. Ну вот, я и пришла. Я детей ваших всю жизнь в этой школе учила. Как слепые котята приходили они ко мне, тыкались, а я их грамоте, добру, правде учила. Иные теперь летают высоко. Ну вот, меня убить нельзя. Тогда надо убивать всех детей, которых я выучила. Сосчитайте, сколько их. Они правду мою знали. Убить меня хотите? А я-то дура к вам по-хорошему, с добрым словом пришла. О детях с вами говорить. Вы звери. Оружие на вас надо. Убьете вы меня, это вам не поможет. Все равно будут колхозы, будут школы, всюду дети мои. Ну! Ворон! Oh!
Здравствуйте, Егор Петрович. Не волнуйтесь, Евдокия, не волнуйтесь. У нас очень хорошие дети. Но только помните, школа без дисциплины, мельница без воды. Спасибо. Надейся. Надейся. Здравствуйте, дети. Здравствуйте, Варвара Васильевна. Вот ваша учительница, Евдокия Ивановна Острогова. Любите ее и слушайте. Поздравляю вас, дети, с началом занятий в новой школе. Спасибо. Как тебя зовут? Татьяна Острогова. Татьяна Острогова. У меня Спартак. Как? Спартак Зернов. Хорошо, Спартак. Садись. Варвара Васильевна. Чего тебе, Егор Петрович? Вас там просят. Профессор. Евдокия Ивановна, продолжайте урок. Начнем урок. С сегодняшнего дня вы не просто мальчики и девочки. Вы ученики. Я научу вас читать, писать, считать. Вы будете многое знать. Когда-то, давно, я сама училась в этой школе. Тогда на этом месте стояла маленькая и темная избушка. А учила нас Варвара Васильевна. Варвара Васильевна. Судьба. Проездом на Памир. Да, если я твои все получила. Я никогда не забывал вас, Варвара Васильевна. И школу нашу, и село, и гимназию, и экзамен. Я все помню. Как хорошо у вас тут. Парты. А помните, наш стол длинный и скамья. Ты кто будешь? Воронов, проф, Боршика сын. Понятно? Воронов, Рок, отвечай, Рок. Ну, пошел же, ради Бога, небо, дельник и песок, невеселая дорога. Эй, садись ко мне, дружок. Ноги босы, грязно тело и едва прикрыта грудь. Не стыдись. Что за дело? Это многих славный путь. Наше село. Вот таким я запомнил его на всю жизнь. И улицы, и трактиры, и ветла, и три елочки. Наша школа. Вон там я сидел. Как похоже. Все это сделано руками наших учеников. А это кто такой? Цыганков Ефим? Нет, Цыганков Сергей. Знакомься. Это друг твоего отца, профессор. Воронов, проф. Здравствуйте, товарищ профессор.
Здравствуйте, товарищ конструктор. Понял. А вы знаете, Варвара Васильевна, мне сейчас так захотелось увидеть товарищей моих. Ребят из нашей деревенской школы. Цыганкова. Шалыгина приедет. Старика Пыльникова. Ванюша Зернова. Да, да. И узнать, что с ним стало. При советской власти. Да. Мы соберем старых друзей. И они будут слетаться каждый год. Сочинение будет следующее. Жить – это значит служить Родине. Но прежде чем вы начнете, я хочу вам показать вот это. Я прочту вам последние строки о ней. Таню похоронили без почестей за деревней под плакучей березой, и вьюга завеяла могильный холмик. А вскоре пришли те, для кого Таня темные декабрьские ночи грудью пробивала дорога на запад. Остановившись для привала, бойцы придут сюда, чтобы до земли поклониться ее праху и сказать ей душевное русское спасибо. И отцу с матерью, породившим на свет и вырастившим героиню, и учителям, воспитавшим ее,
и товарищем, закалившим ее дух. И немеркнущая слава разнесется о ней по всей советской земле, и миллионы людей будут с любовью думать о далекой, заснеженной могилке, и Сталин мысленно придет к надгробию своей верной дочери. Смотрите, дети, на эту девушку и запомните ее лицо. Я шел в бой, помню ваши слова. Жить — это значит служить Родине. Сегодня у нас пустили Домну. Приезжали фронтовики. Наши танкисты шли в бой, помню Зою. Пишу вам из Колымы. Здесь очень интересная работа. Я работаю маркшейдером на шахте ВИС-3. Недавно я представлен к 4-й награде. Дорогая Варвара Васильевна, сегодня овладели город Москвы. Говорит Москва. Продолжаем передачу указа Президиума Верховного Совета Союза СССР о награждении учителей орденами и медалями Советского Союза. За успешную и самоотверженную работу по обучению и воспитанию детей Школистической Федеративной Советской Республики наградить орденом Ленина Максимова Петра Кузьмича, учителя 43-й школы, город Свердловск, Мартынову Варвару Васильевну, директора школы номер 1, город Шатры, Майорову Веру Сергеевну, учительницу школы номер 3, город Касимов, Милютину Веру Николаевну, учительницу школы номер 9, город Ленинград, Насеткину Марию Семеновну, директора школы номер 5, город Казань, Николаеву Наталью Петровну, учительницу школы номер 1. Садитесь. Сегодня я принесла ваше сочинение. В общем, я довольна вашими работами. Особенно порадовало меня хороший язык и глубокий подход к теме. Павел Шалыгин. Да. Эпиграфом к своему сочинению он взял горскую пословицу: «Мир держится верностью друзей». Он рассказывает о дружбе великих людей Герцена и Огарева, Маркса и Энгельса, о дружбе великих вождей революции Ленина и Сталина, о том, как поддерживали они друг друга, как ясна была их цель, как свято верили они в победу и как передавали эти традиции дружбы
молодому поколению. Варя Воронова продолжает тему дружбы. Она пишет: завтра день слета старых друзей. Это был для нас большой праздник. Враг лишил нас этой радости. Но мы знаем, что все, кто учился в нашей школе, отметят в своем сердце этот день дружбы. Ты права, Варя. Я получила много писем с фронта от бывших учеников нашей школы. Они просят только, чтобы слет старых друзей мы провели вместе в День Победы. Он скоро придет, этот день, дети мои. Вам из Будапешта. Я получила. А теперь куда вы? На Игарнику. Я еду в Сведу. Архитектурный. Это, по-моему, самая интересная агрономия. Я иду в Москву, Тимирязевку. Что вы собираетесь делать после окончания школы? Папа настаивал, чтобы я поступила в геологический. Ну и что вы решили? Мне хотелось бы уехать куда-нибудь очень далеко, обязательно в село. Я буду учить детей, как Варвара Васильевна. Разве вы не одобряете? Что вы, Варя, это прекрасно. Прекрасно.
дети мои.